виолончель. Играл слепец, душой владели чары, вздымалась грудь и опускалась вновь. Смычок, как нож, вонзал свои удары, и песнь лилась, как льет из раны кровь. И чудился под стон виолончели хор демонов, метущихся во зле. Мои мечты к бессмертию летели, он звал меня к беззвездной вечной мгле, он звал меня к безумию забвенья, где гаснет слез святая благодать. Гудел смычок, змея смыкала звенья. О, дай мне жить, о, дай еще страдать. Так много веры в рассвет весенний грядущих дней. Мои надежды, мои химеры тем ярче светят, чем мрак темней. Мои надежды, мои химеры тем ярче светят, чем мрак темней. В моем молчании так много муки, страданий гордых, незримых слез, ночей бессонных, веков разлуки, неразделенных, сожженных грез. Ночей бессонных, веков разлуки, неразделенных, сожженных грез. В моем безумье так много счастья, восторгов жадных, могучих сил, что сердцу страшен покой бесстрастия, как мертвый холод немых могил, что сердцу страшен покой бесстрастия, как мертвый холод немых могил. Но щит мне крепкий в моем незнании от страха смерти и бытия. В моем молчании мое призвание, мое безумье, любовь моя. В моем молчании мое призвание, мое безумье, любовь моя. Совсем уже в заключении, вот такая формула жизни –
Жизнь — повторение вечное прежде начертанных строк. Жизнь — торжество быстротечное, встреча безвестных дорог. Жизнь — поношенье избранников, камень, влекущий на дно. Жизнь — одиночество странников, цепи великой звено. Жизнь — упование незнающих, ключ в заповеданный сад. Жизнь — испытание страдающих, скорбь несказанных утрат. Жизнь — это книга священная, путь в голубые края. Тайна во мгле сокровенная, жизнь — это сон бытия. Сокровенная жизнь — это сон бытия. Жизнь — повторение вечное, жизнь — торжество быстротечное, жизнь — упование знающих, жизнь — испытание страдающих, жизнь — это сон бытия. Кто знает, может быть, в жизни Миры Александровны не было такого мгновения, чтобы ей в течение 3 часов аплодировали, чтобы ее стихи в течение 3 часов слушали столько народу. Думаю, что мы вернули к жизни эту поэзию, эту прекрасную стихию поэтическую, эти замечательные стихи. Вы теперь будете читать книги, вы теперь пойдете на сайт mirelia.ru, вы будете слушать песни на стихи Миры Лохвицкой. Я вам очень этого желаю.